Уважаемый господин Белоев, дорогие наши болгарские друзья, от имени Генерального консульства России в городе Руси и от себя лично хочу сердечно и искренне поздравить вас с исторической юбилейной датой, 75-летием образования Русинского университета имени Ангела Кинчева. На протяжении всех этих продолжительных лет, за время которых, по сути, сменилось несколько поколений и преподавателей, и учащихся, Русинский университет стабильно сохраняет статус престижного и динамично развивающегося высшего учебного заведения Болгарии. Сегодня вы по праву являетесь одним из флагманов в деле подготовки национальных высококвалифицированных кадров для самых разных отраслей. К тому же вы также востребованы среди иностранных студентов. Мы видим, как ваш университет активно и успешно поддерживает научно-практическую деятельность, продвигает передовые технологии, способствует становлению и развитию молодых специалистов. Ярким тому подтверждением является создание при университете научно-исследовательского института технологий и инноваций, а также научно-исследовательского технологического лабораторного комплекса. Русинский университет традиционно осуществляет тесное сотрудничество с различными высшими учебными заведениями не только Европы, но и мира. И мы рады и горды тем, что большое внимание уделяется взаимодействию и с российскими университетами. А это, в свою очередь, способствует развитию и укреплению дружественных связей между нашими странами и нашими народами. От всего сердца хочу пожелать вам, господин Белоев, всем преподавателям и студентам отменного, крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых ярких успехов и достижений в научно-практической деятельности и учебном процессе. А Русинскому университету я хотел бы отдельно пожелать дальнейшего процветания. До новых встреч!